Всі мої хороші, мої любимі, я не знаю, що робити. Наче мітить кот угли. Сьогодні прихожу, в общем, з театра. Всі угли обмічені, чесно. Всі угли обмічені. Прям крейдой. Крейда це мел по-українськи. В общем, що делать? Прихожу, а у меня запах прям с первого этажа, я поднимаюсь на пятый этаж, и чем дальше я поднимаюсь, тем больше, ну что ты дергаешься, правда, все, я взял нож, сейчас буду кастрировать, потому что выхода нема, мой хороший. Не, на самом деле, ничего я не начал мутить, мой любимый, я ним просто не нарадуюсь, не тыкай ним одним, конечно, не будем тыкать пальцами, да, ой, давай, Лен, ай! Мои хорошие, мы на счастье не предела. Томас, по мне пришла посылка, вот такая она. Я достал нос. Боже, посылка тяжелая. Прислала ей мне, в общем, Смирнова Олечка. Из Москвы, мои хорошие. Из Москвы. И прислала мне эту посылку, и она не хотела, чтобы я даже говорил имя. Не потому, что она там стеснялась или что-то это самое. Почта России. Это. Все, вот так. Вот вам Россия. Вот вам Россия, вот и все остальное. Вот вам и это самое. Люди простые. Я еще раз всегда в своих видео говорю. У меня есть песня там, где я пою про Москву. Естественно, я люблю Украину. Я патриот своей страны. Мне до слез жалко бабушки во Львове плакали, спрашивали, что будет с нашей сынок, что я сам плакаю, бабушка ничего не знаю. Честно, ну честно, у меня прямо сейчас слезы. Все, не буду еще сказать. 4 года я прожил в Москве. Люблю россиян. Люблю простых, обычных людей. Я не люблю политиков. Все. Не будем ничего. Олечка прислала мне посылку. И мы делаем видео. Так. Мне еще там есть посылки. Но это все будет потом, как они пришли, так я и сделаю. Я взял вот такой нож. И буду сейчас... И Олечка не хотела, когда мне стыдно, ну, не стыдно, она говорила, что как-то... Ей хотелось сделать тайное, чтобы, ну, как в Библии, ну, чтобы, ну, не афишировать. А я не для того. Я все равно хочу сказать, потому что, ну, а мне хочется, чтобы человеку было приятно. Чтобы знали, что человек, он даже не хотел, чтобы... Не потому, что там она не хочет, а вот потому, что хотела просто так вот скромно все это. А я сделаю нескромно все. Что я бессовестный нахуй. Сейчас я буду... Только тут написано... Для Игоря. Это же вся посылка для Игоря, что? Я ж не поживу. О, я счастливый, я не могу, как это, а, вот тут. Так, мои хорошие, мои любимые. Питают меня про кастрацию, а что ты про кастрацию хотел сказать? Я про кастрацию все, что хотел, все рассказать, уже видео сделано. Про кастрацию, оно у меня есть на канале. Там так и написано, о кастрации, про курение, там рассказывал. Как же ей открыть? Ничего не понимаю. Секир башка. Вот наглец, кусается за морду, а? А, вот так. О, еще не могу сообразить. Ой, вообще, разбираю посылки, представляю, это... Ага, вот она. Что ж я делаю? Как ее открыть? У меня сердце сейчас станет. Открывайся скорее. Я в предвкушении. О, вот тут еще одна. О, уже что-то лучше. Как же ее открыть? Что ж ты за коробка такая? А представьте, если у меня вот так вот... Нет, ну я и Олечка ничего не имею. Это самое, не вкрою. Вот так вот кто-то меня убить захочет, так бомбу. А по сибирскую язву, сейчас я вам расскажу по пути. В общем, когда вот то пошла брехня, что везде эту сибирскую язву стали присылать в Америку куда-то там. Было это в каких-то годах там, про ту сибирскую язву. Некий дурак подкинул возле ЖЭКа пакет с этим. О, наконец-то, мои хорошие. Мне аж страшно, честно. А, сейчас я расскажу. Подкинул в ЖЭКе, кто-то подкинул пакет с белым порошком. Нас, маляров, поперли. Давайте идите. Мы их собаку, это ищейки. Пришли с духрой веником, смыли их чертовой матери. Тут сибирскую язву все там закончили. Думали, что сибирская язва. Да, березуха, она мне какая язва. Ой, вообще, смотрите, у меня прям аж... Ой, мне сейчас сердце станет. Я не могу. Томас, иди сюда скорее. Кс-кс-кс-кс. Иди, не буду я тебя резать. Иди, нож убираю, все. Томас. Ой, мои хорошие, мои любимые, что это такое?
Сувениры из Москвы. Гляньте, какая, собор Василия Блаженного, я там был. Ой, вот это для Игоря. Ой, я ж хочу подивиться, что ж тут для Игоря. А это что, для меня все остальное? Мама дорогая, вы что? Ой, Боже, что это такое? Брак, благословение Божие человеку. Извините, совсем перецесси, страстотерпицы. Александра Федоровна, страстотерпицы. Ой, Господи, прости меня, грешно. Олечка, не хочет страстотерпицы. Страсти терпила, че шо? Я тоже страстотерпец, если честно. Терплю. Вот это для Игоря. Ой, ну мне так хочется посмотреть и вам показать, а что делать? Все, согрешу, мои хорошие, я аккуратно сложу, я не буду даже вот это так подвинуть этой банде. А потом Игорю дам, чтобы еще и Игоря сниму. 7 фильмов обители, посвященные блаженной московской Матроне. Я был у мощей Матроны, мои хорошие, в Москве к мощам прикладывался. Матроны, та, вот эта вот Матронушка. А к нам привозили, господи, не хочу вот такие, это. А к нам привозили, что ты лезешь сюда? Тут святая Матрона, ты сюда прешься. Иди отсюда. Привозили в Харьков мощи Николая Чудотворца. Я, конечно, не хочу грешить, потому что мало ли что. Как, что их на куски режут? Вот такой маленький кусочек. Я читал, что они где-то в Италии хранятся, где-то там еще что-то. Не лезь, скажу. Ты чуешь? Тут святые мощи. То есть книга. Иди отсюда. Видео. Это. И Матрону привозили. И когда я пришел, смотрю Матрону, такой кусочек лежит. А я говорю, в Москве видел ножки, говорю, под стеклом, там вот от метро Тверская, чи как, там где Гитис, вот это, да, там театр, вот это тут Высоцкого, да, Тверская, чи Таганка, по-моему. И оттуда едешь на трамвай, троллейбусы немножко туда вперед, и там московская, это, там ее икона и мощи внутри. И я прям вот это три круга вокруг церкви обходил, ну в очереди, такой большой очереди, сейчас буду болтать 3 часа, в общем, это, и в такой очереди обходил, мои хорошие, и там Матрона лежала под стеклом, прям ее ножки было видно, она целая лежала. А как у нас могли в Харькове принести ее кусочек, я вот это не узнаю еще. Так, вот это как, Томас, уйди, говорю, иди крысу съешь. Так, це такий фільм про Матрону Московську. Ой, паломничество по святым местам, мои хорошие. Игорь буде просто в восторге, честно. Игорь буде... Олечка, спасибо огромное. Ой... Хиумин, Сава, золотые розцепи. Схиегумен. Схиегумен, чи шо? Вот такая книга. Я даже такого Схиегумена не знаю даже. Что так и есть. Сейчас, еще. Тут я аккуратно сложу. Попутчик, случайный попутчик, рассказы священников. Я потом, между прочим, все у Игоря это возьму и перечитаю. Потому что о грехах языка. Ой, ропот, священское насловие, праздность. Праздность. Це про мене, мои хорошие. Це про мене, мои люди. Великий пост. Я не пощусь. Игорь буде в восторге. Спасибо огромное, спасибо. Духовная мудрость Валаама. Ну что тут говорить, мои хорошие, это такие, это же дорогие книги, ну, Божьи пристани, рассказы паломников. Ой, вообще, ой, Игоречек, как это безобидно, честно. Удивительные рассказы из жизни архимандрита Авеля Македонова. Было много чудес. Иди отсюда, прячешься, от тобой не пахнет. Носы мне еще надевал. Так, вот тут что. Ой, вообще, благодать, святые мощи. И Сергия Радонежского. Я искал Сергия Радонежского, в Москве баба меня выгнала, сказала, что свечами торгуют. Иди отсюда, никакой Сергий Радонежский тебе. И меня очередь, меня черга. Ну, это такое было, да, в наших перчатках. Вот это что такое, не знаю. А, это ниточка. Че это ручечки, что-то, да, ручки. Так, вот такая полотенечка. Ой, ну вообще. О, Игорь, еще и браво на пиднака. Кухонный дуэт называется. Ну, это вообще, это про нас, Игорь. Вот такие правила, богородичное правило. Ой, вообще, Оля, спасибо вам огромное. Ну, как, ой, ну вообще, и календарики, и все. Ой, вообще, и тут что-то такое. Что это такое? Прессованное полотенце. Ой, это такие полотенца, я такие бачу москитку. Иди отсюда, сожрешь, Томас, ну ты сказывайся, чешу. Вот такие полотенца, швыряешь воду, оно так разбухает, вот такое полотенце огромное делается, мои хорошие. Так, и тут, в общем, Игорь просто, я вам честно, Иоанн Златоуст. Ой, вообще, и тут что-то такое.
И тут якийсь кошелек такой. Мешочек для просфор. А, вот, господи, кошелек. Мои хорошие. А еще тут что-то есть. Еще. Самые вкусные куличи и пасты. О, вот это я тоже хочу научиться. Такого не так и не делаешь. Помолчи. Ты моя мать, царица небес. Ты моя покровная. Ой, все. Все Игорю передам. Огромное спасибо. Просто огромнейшее. Игорь будет благодарить. И я сделаю даже видео. Все с Игорем. Все вот это в целости и сохранности. А вот это тоже. Брак. Благословенный Божий человек. Это же у Игоря было, по-моему, да? Ага, то я могу себе еще приходить. Ой, мне такой пакетик. О, как он мне понравился. Гляньте. Вот такая сумочка. Ой, ну сколько это денег? Да вы что? Ну это ж... О, мама дорогая. Такой пакетик. Это мини. Так, это что без Игоря? Ой, ну это вообще, а что тут дальше? Ой, так, читать не буду, потому что это письмо. Потом прочитаю. Потом расскажу. Ой, это мне, наверное, гляньте. Наставление совета для на всякую потребу. Живое слово. Спасибо огромное. Буду читать. Буду не матюкаться. Я уже старался не матюкаться. Ничего не воровал в эту поездку. Ничего не воровал. Только там это... Шоколадка. Был грех, мой хороший. Был грех. А это что? Это халат, я сейчас скончаюсь вот тут на месте. Я не знаю, что это такое. Сейчас гляну, сейчас померяю. Томас, иди сюда. Мои хорошие, мои любимые. Не, это не халат, наверное. Халат. Халат. Все, буду мерять. Куля чудес. Наверное, на меня здоровый. Мои хорошие. Ой, гляньте, який халат. Ого! Я сам, гляньте, запутався весь цей халат. Олечка, спасибо огромное. У мене був халат, подарила мене. Комендант була Алечка в общежитті. Мене дочка на Барбадосі вийшла замуж за мільйонера. Подарила мені теж халат. Ні, що, хороший халат, небольшой. Я його туди кади... О, глянь, який халат хороший. Глянь, бачиш? Я шорти спеціально. Ще й карман. Де карман є? Карман є тут. Тут тоже карманы есть. Ой, спасибо огромное, ну это вообще. А еще такие росписями, такими узорами каким-то. Таким блестящим. Вообще. Ну не даете, слухайте. Ну, это ж сколько денег стоит, ну правда. Ох, придется везти в Москву сало, ехать. Сало везти. Свиню зарежу. Полотенце. Мама дорогая, какое огромное полотенце. Ой, а написано сауна. Сауну сегодня приходи, приходи. Спящего дракона ты во мне разбуди. Вот такое полотенце, мои хорошие, мои любимые. Сняли видео, поющие трусы. Завтра выложу это видео. Ой, там... Боже, это что это такое? Набор кухонных полотенец. Боже, как мне это... Ой, классно, вафельные полотенца. У меня есть там такие же облизли. Я сегодня телепал видео. Сказав, що розкручую канал, це полотенце. То питаєте, як канал розкручує, я кажу, як полотенце. Потім сам сміюсь. Отакі є, 4 штуки полотенце. Ого! Красота яка, мої хороші, гляньте. І теж браво. Kitchen Collection, кухонна колекція. Мама дорогая, гляньте. Це прихват з рукавиці. Да. Мультидом, отаке. Оля, ну це ціле состояние, чесне слово. Це моя зарплата, мабуть, тут, якщо не більше. От цієї посилки. Вот такое кофейное полотенце под кофе сделано. Ой, кошмар. Вот такое полотенце. Мама дорогая, Томас. Сколько полотенец. Вот такое полотенечко. Оля, ну вообще кошмар. Вот такое. Боже, какие полотенца красивые для кофе. Вот такие. Ой, вообще. И это что-то такое. Набор прихватов. Ой, вообще. Вот полотенце. Томас, а тобі облежись. Понял? Все. Тоже таке полотенечко, гляньте. Радостное слово, вот это такое. Куличи. А, у меня тоже такий рецепт. Все. Спасибо, Олечка, велика. Буду готовить Пасху ще по цьому рецепту. Так, это я. Так, такий пакет.
Мама дорогая. О, это мини, правильно. Ежедневник, о, спасибо. Здесь бабочка. Метеликом. А куда ты лезешь пакет? Иди сюда. О православной вере. 1168 вопросов. Вот это мне важно, потому что много вопросов, вот мне интересно. И все это основано, оно цитируется сноски на Библию, я так понял. Вот Иоанна, так, куда ты лезешь коробку? Ну, чудовище. Да, и что это? Порви меня, ну Томас, ты здоровый кабан. Чудовище ты, малый. Чудо. Идем тут. Порви меня пакет. Для тебя его передам. Вот это что такое? Ой, ну вообще. Ой, боже, футболки. Мама дорогая. Сколько футболок. Полувер, модель XL, 50. XL, вот такие полувер. Боже мой, там и что? Так, сейчас буду мерить. Мерить, я надо купаться, чтобы померить. Ой, Оля, спасибо огромное. Теперь все, я буду первый парень на деревне. О, модель 62 среда, способ, о, сделано в России, вот так. Такая модель. О. Ну, тебе наклею, сейчас и закрою. Все, Москву назад. Москву назад не хочешь? Ты чудовище. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Ты бачишь, какие мне подарочки прислал? Ты бачишь, ты не бачишь? А тебе зась. Тобі зас. Ой, ну все, сколько футболок. Сейчас я наверх поймаю. Да я потостив жирный, как свинья, мне, если честно, стыдно. Тоже рисуй. Так, мои хорошие. Я, наверное, Лёше одну подарю. Потому что так нельзя. Ой, хороша. Так, это мама моя сказала, хороша. Хорошая кофта, гляньте, какая. Не знаю как, мне кажется нормально, она небольшая, не маленькая. Как раз хороший размер. Такая. Не в зеркало. Да. Не, хорошая. Да. Все, завтра попрусь в театр. Попрусь и надарю. Все, Игорю, может, дам одну. Я выберу себе, как мне больше нравится. И Лёше одну дам. Так что все, Олечка, спасибо велико. Спасибо. Спасибо велико. Мы дуже довольны. Просто, ну, слов нет, это очень дорого. Вот, ну, ну это вообще кошмар. Томас, что делать нам? Что нам делать теперь? Как нам вот это вот отблагодарить? Не знаешь? Я не знаю. Все, Олечка, спасибо огромное. Спасибо велике, дуже-дуже приятно, дуже аж... Я не могу слова сейчас. Поэтому спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Чтобы наши страны дружили. И наш народ дружил. Чтобы никто не думал, что мы так не любим русских. И я знаю, что в России тоже нормально относятся к украинцам. Я вон пришел, приехал в Москву, потерялся там на Курском вокзале. Там перестроили. Ничего нормального. Понятно, что я спрашивал с ужасным украинским акцентом. Парень нормально мне объяснил. И все, и куда выйти, и куда зайти. Так что такое? Дай Бог нам мирного неба. Дай Бог, чтобы у нас молиться надо за наши страны, за наш народ, вы за нас, а мы за вас и за всех вместе. Все, мои хорошие, я вас люблю, я вас целую, Олечка. Спасибо огромное. Сейчас я еще раз покажу, как иди отсюда. Что мне прислала? Смирнова Ольга. Вот так. Я люблю вас, Ольга. Ольга, это жена? Нет. Это потому что это из Любови Голуби. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Ой, подарков сколько, я сейчас обалдею. Я не знаю, куда это все дело. Все, мои хорошие, мои любимые. Я вас люблю, я вас целую! Пока! Ой, не могу сейчас скончать.